вами находимся на самом символическом месте. Это нулевой километр всех дорог России. И я знаю, что вы прошли колоссальный путь, все вместе, 65 тысяч. Шли и соединяли всю нашу страну, соединяли весь наш народ. И я сегодня счастлива передать этот кубок победителям. И я надеюсь, что на этом вы не остановитесь, что вы будете идти вперед и вперед, добиваясь новых результатов, новых целей, познавая новое, делая нашу страну здоровой и счастливой.